Так, еще один геморрой. Сейчас Серега будет его решать с киповальным. Походу у нас одна форсунка то ли заклинила, то ли зафигинила. В общем, сейчас поменяем все форсунки, попробуем. Давай, заведи его. Мало. Заведи, послушаем, как он работает. Потом этот. Заводится он херово. И аккумулятор я заказал. Здоровый он. Придет. Я не понимаю, почему он так работает. Стоит 2,90, 180 последовательно, то есть 180 ампер, блядь, и он его заводит. Ой, и как будто как стучит, блядь, форсунка. То дымит, то в глушитель кидает солярку, то... В общем, купил 4 форсунки. Сейчас поставим и посмотрим, что-то изменится или нет. Ну, звук кто? Кто знает, кто понимает. Форсунка это не форсунка. О-о! Ладно, сейчас... Поставит, разберет, сниму дальше. Ну и вот он. Начал процесс ломать, блядь, все. Сейчас посмотрим, что получится. Говорили же, что не верь этому блондину. А ты всем нахуй. Ты что? Я снимаю видео. Снял он уже одну форсунку, и что-то уже... Мне не особо нравится. Что там такое? Как будто как заливший, не знаю. Должно так, не должно быть. Сейчас другую снимем, посмотрим. Вот, короче, вчера поменял он. Сейчас покажу. Все форсунки новые поставили. Сейчас посмотрим, как он заведется, как он будет работать. Стартер, я ошибся в том в начале видео, сказал аккумулятор, стартер купил. Это воздух перекрыл. Вот так заводится 100, все равно подстраивает как будто. Но работает вроде как мягче. Сейчас маленько. Намного лучше работает, но я не знаю, кто, короче, знает. Сравните, скажите, в чем фигня. По-моему, это форсунки. Ладно. Так что как-то вот так, не знаю. Да, да, этот давай заведем. Только подкачаете. Вот на нем стоит 90-й и вот такой вот стартер. Я его вот такой же и купил еще. По на Авито нашел за 3000 новый с этого. Неделю он стоял, вот сейчас попробуем сравнить, то есть как он рыкает. Крутит. Это он закрыл воздухан. Давай.
Разница в одном аккумуляторе. Но это тоже что-то, блин, холодный, короче. Работают полчаса, да? Или этот сразу дернут? На этом тоже плохой аккумулятор. Серег! Пускай поработает, вылазь! Пошли, третий заведем для сравнения. В ряду. Ладно, все, так что.